И что случилось? Удалось поговорить с Веленой? Как она отреагировала? А, сделала тебя мастером гильдии. Потрясающе. Ты заслуживаешь этого, хоть и точно наломаешь дров. Что ты планируешь делать в своей новой должности? Меня? Ба! Я уже привык быть в отставке. Погляди, мои рисунки становятся раз от раза все лучше. Я старик, я свое отработал. Впрочем, кто-то должен направлять тебя. А то что-нибудь проворонишь или что-нибудь наляпаешь. Я займусь этим, мастер. Заходи ко мне, когда у тебя будут задания для гильдии. А я позабочусь, чтобы все было выполнено. Теперь здесь командуешь ты. Тебе больше не придется выполнять контракты. Но как мастер ты будешь получать процент от месячного дохода гильдии. Заходи ко мне ежемесячно, чтобы отдать распоряжение. Я притворю их в жизнь. Если заглянуть не сможешь, буду следовать указаниям, данным ранее. Ты найдешь свою ежемесячную долю в сундуке мастера наверху. Заодно найдешь там и некоторые трофеи, которые могут тебе пригодиться. Вот ключ. Итак, каковы твои первые распоряжения, мастер? Хорошая мысль. Чем больше контрактов, тем больше заняты наши люди, и тем меньше проблем с ними. Главное, это приносит нам золото, и выигрывают все. Чем чаще наши люди заняты выполнением контрактов, тем больше у нас всех становится денег, включая тебя. Я займусь этим. Удачного тебе дня. Храни честь гильдии, друг. Для меня радость говорить с тобой. Теперь ты у руля. Добрый день. Иди поохоться. Дела всегда могут стать хуже. И, возможно, станут. Я Курс Грабарат. Чем могу быть полезен? Пока. Ты слышишь? А? Голоса ниоткуда, психи лезут. А дальше что будет? У всех служба как служба, а мне вот такое досталось.
Зря я туда пошла. Где я? Где? Пожалуйста, садись. Садись. Да, чем могу служить? Полагаю, ты здесь из-за этой двери? Очевидно, она служит для того, чтобы войти. Потрясающе, не так ли? Я Хаскел, камердинер лорда Шаагарата. Это преддверие дрожащих островов. Преддверие в буквальном смысле. Дверь за моей спиной ведет в царство Шаагарата, принца безумия, лорда безвременья. Потому что так пожелал мой повелитель. Она ничем не угрожает Мундусу, ни одно измерение не пострадало. Это проход, приглашение. Возможно, тебе следует просто принять этот факт и не искать в нем несуществующий смысл. Они вошли в это царство без должной подготовки. Теперь их разум принадлежит моему лорду. Излечить? Ты говоришь так, будто они больны. Они просто перешли к другому состоянию бытия. Возможно, это тебе требуется лечение. От тебя? Не знаю. Мой лорд ищет смертного, который бы выступил его защитником. Что же до его намерений? Пытаться постичь их — глупое занятие. Его воля и желания неисповедимы, а его реальность воплощает их. Ты здесь по своей воле, тебя никто не вызывал. Все зависит от тебя. Ты можешь выйти через ту же самую дверь, никаких последствий не будет, уверяю. Или же ты можешь войти в дверь за моей спиной. Если ты сумеешь пройти через врата безумия, возможно, лорд Шаагарат найдет тебе применение. Кто может сказать, в мире столько вариантов выбора? Царство безумия в этом плане не отличается от остальных. Твой выбор всегда за тобой. И попрошу тебя, определись с выбором поскорее. Я не могу надолго откладывать все остальные дела. Поговори со мной вновь, когда определишься. Я сгораю от нетерпения. Итак, решение принято. Пора определяться. Замечательно. Уверен, мой лорд будет счастлив, если предположить, что ты сможешь до него добраться. Тебе нужно будет пройти через врата безумия. Да, и поосторожней со стражем. Он не любит чужаков. Приятного пребывания.
Их предупреждали. Может, они не так поняли? Им надо было меня послушать. Скоро тут можно будет в крови потонуть. Эк. Пошли посмотрим. Только недолго, чтоб не подхватить заразу. У приключенцев часты странные заболевания. Пошли. Забавно будет посмотреть, как их расшвыряют. Я впереди, ты за мной. Только бы кровь на меня не брызнула. Эй, ты, отойди отсюда! Мы сами справимся! Дел просто. Вперед! Навались! Я еще только разминаюсь! Им надо было меня послушать. Ребята, сражайтесь! Ой, нет! Они тут все кровью залили! Держите вашу силу! Сражайтесь! Мертвы. Предупреждали же. Посмотрите на всю эту кровищу и безобразие. Я отсюда сваливаю. Привет, я Шелдон. Я здесь дольше всех. Вот почему я мэр Пасваля. Поэтому, а еще потому, что лучше всех подхожу на эту роль. Добро пожаловать в мой город. Здесь почти никого не было до моего прибытия. Конечно, стоило мне обосноваться, как появились и другие. Не могу сказать, что это меня разозлило. Говорят, ключи вшиты в тело стража врат. В сущности, это означает то, что ты не сможешь пройти через врата. Он охраняет врата безумия. Не подходи к нему слишком близко. Он убьет тебя. Опять в моем городе будет беспорядок. Джерет Ледяные Нервы хочет убить стража врат. Это самоубийство. Я собой восхищаюсь. Я Фелос Сарандас. Не дыши на меня. Это весьма милое местечко, не такое грязное, как другие. Чувствую себя местным. Этот пожилой человек в комнате из бабочек, он велел ждать тут. Одна дверь ведет в земли мании, другая — деменции.
Страж не пропускает туда тех, кому входить не положено. Жуткий, да? Джейрид собирается его убить. Не знаю, как. Мне кажется, стража ворот уничтожить невозможно в принципе. Мне нужна ванна. Да. Надеюсь, речь идет о чем-то стоящем. Или ты пожалеешь? В сплите всего по два экземпляра. Даже жителей. Так Шагарат спланировал их жизнь. Привет, я Дредвен. Когда я пришла сюда, в гостинице никого не было. Но они оставили после себя прорву вещей. Тебе что-нибудь требуется? Я вступила во владение гостиницей, когда прибыла сюда. Здесь никого больше не было, кроме Шелдона. Он говорит, что он мэр. Не стоит этому верить. У меня есть ощущение, что мне нужно там быть. Вот только не знаю, как попасть. Он защищает врата безумия и убивает всех, кто подходит слишком близко. Всех, кроме Ралмины Верним. Она сейчас наверху. Еще увидимся. Привет. Привет. У тебя хорошие кости. Все такое... Что я могу для тебя сделать, сэр-рыцарь? Я слышу их. Они зовут меня с той стороны. Мы должны убить стража врат. Ключи у него. Я хочу, чтобы он умер. Мне нужно, чтобы он умер. Его кости взывают ко мне. Ходят слухи, что и ты желаешь его смерти. Если ты умеешь обращаться с отмычками, мы составим отличную пару. Мы тогда сможем попасть в сады костей и плоти. Говорят, страж волшебный. Я не верю в волшебство, но я верю в кости. И лучший способ убить кого-нибудь — его собственными костями. Я вижу кости мертвого стража врат во дворике садов. Но дверь заперта. Ты откроешь этот замок, я соберу кости. Затем я сделаю стрелы, и мы убьем стража врат. Как тебе такой план? Поспеши, кости зовут. До свидания. Как и многие младшие Дейдра, алчущие уязвимы. Им к ударам электричества. Держусь подальше. Это весьма проворное существо. До свидания. Надеюсь, речь идет о чем-то стоящем. Или ты пожалеешь? О, в Крусибле. Так, что мы имеем? Очередное питающее надежды существо, кого еще не в полной мере коснулось благословение? Нет, не думаю. Искатель приключений. Как мерзко. Почему бы тебе не пойти своей дорогой?
Забавное место, не так ли? Пасвали располагается в пределе дрожащих островов. Здесь просители ожидают, когда на них падет благословение Шеогарата. Одна дверь ведет в манию, другая в деменцию. Две стороны безумия. Ты не можешь войти, потому что на тебе нет благословения Шеогарата. Ты можешь попытаться забрать ключи. Мой повелитель вшил их в тело моего чада. Любопытно, быстро ли ты истечешь кровью? Страж-врат — мое дитя. Мудрость Шеогарата, возвращенная в лоне моего гения. Рождение его было кровавым и болезненным, но результат оправдал муки. Его братья были менее удачливы. Он не трогает тех, кто благословлен лордом Шеогаратом. А вот ты умрешь, если попытаешься добыть ключи у моего чада. Попробуй, если хочешь. Поверь, когда ты умрешь, я найду отличное применение твоим костям и плоти. Ты меня утомляешь. Почему бы тебе не поговорить с Нанеттой? Она обожает болтовню. Мне нужно излечить ее от этой привычки и поскорее. Есть один верный путь отучить язык от болтовни. Вырезать его. Показать, как это делается. Он страх. Думаю, что вскоре кто-нибудь за него решит его. О, проблемы. Береги себя. О, что это было? Привет, я Нанетта Дон. Я не знала, зачем я пришла сюда, пока не познакомилась с ней. Теперь я знаю. Я хочу стать великой волшебницей, как Рилмина. Слышишь этот звук? Будто лошадь издыхает. Он — венец творения Рилмины Вереним. Страж-врат не пропускает тех, кому не место на островах. Она сделала его в садах костей и плоти. Она моя наставница и планирует обучить меня всему своему искусству. А самое интересное... Нет, стоп, забудь. Мой болтливый язык чуть было опять не принес мне беду. Пройти туда можно по дороге, ведущей из Пасваля. Там Рилмина создала Стража Врат. Я просто умираю от желания поделиться с кем-нибудь. Мне кажется, тебе можно довериться. Но не говори Рилмине, что я что-то тебе рассказывала. Ее страж несовершенен. Ее слезы больно ранят его. Ее слезы каким-то образом раздражают Дейдра, связанного с телом Стража Врат. Слезы лишают его покоя. Он пытается вырваться из пут связующей магии. Она кажется несгибаемой женщиной, но со Стражем Врат становится слезливой. Сходи, посмотри. Она навещает его каждую ночь, ближе к полуночи. Только ей не говори, что я что-то рассказывала. А то мне могут преподать новый урок природы боли. Мне не очень-то нравятся эти уроки. Я правда хочу, чтобы они перестали кричать. Да. В Блисе есть человек, который думает, что его дом рухнет и раздавит его. Симпатяга Фанриен практически не спит из-за этого. Я так устала. Приветствую.
Нам нужны кости стража врат. Скорее! Еще увидимся. Приветствую. Дитя мое, как ты сегодня? Посмотри на косточки вокруг. Сегодня мой мальчик был очень занят, не так ли? Ты такой же сильный, как он. Я сделала тебя для него. Но он все еще не хочет меня видеть. Почему? Нет, это слишком тяжело. Не знаю, почему я продолжаю навещать тебя. Нет, не сейчас. Ты помнишь, что произошло последний раз, когда ты дотронулся до моей слезинки? Отойди! Привет. Оставь меня. Я слишком огорчена. Я не могу сейчас разговаривать.
Нам нужны кости Стража Врат. Не пора ли нам вместе отправиться в сады? Вот, возьми эту отмычку. Осторожно, она у меня одна. Ты откроешь дверь, а я всех поубиваю. Пошли! Вот и они. Из этих костей стража я смогу сделать стрелы. Приходи через несколько часов. Мы убьем стража врат. Дай мне знать, если кого-нибудь надо будет убить. Что я могу для тебя сделать? Он должен умереть. Увидимся. Я Джейрид Ледяные Нервы. Тебе никогда не казалось странным, почему тела выглядят лучше без кожи? Например, кости можно как следует разглядеть, только вынув их наружу. Кроме того, так их лучше слышно. Стрелы готовы. Вот эти для тебя. И себе я несколько оставлю. Пошли убивать стража врат. Мы можем умереть, да, но бывают вещи и похуже. Пойдем.
Нам нужно пройти через врата безумия. Давай разделаемся со стражем. Пойдем. Страж врат повержен. Поздравляю. Честь взять ключи с его тела принадлежит тебе. До свидания. Кости говорят, и с тобой тоже. Страж врат мертв. Как только ты отопрешь одну из дверей, мы сможем войти. Они зовут меня туда. Кости хотят наружу. Итак, тебе удалось убить стража врат. Жаль. Что ж, теперь ты наконец можешь войти в само царство. Как нетрудно заметить, здесь две двери. Одна ведет в земли мании, другая – деменции. Входи в любую из них. Земли существенно различаются, но обе входят в состав царства Шаагарата. Тебе следует нанести визит лорду Шаагарату. Полагаю, у него на тебя имеются виды. Постарайся не разочаровать его. Природа деменции отражает мрачную натуру ее обитателей. Легко потеряться среди спутанных корней, раскиданных по поверхности. Если желаешь познакомиться с жителями деменции, загляни в Дипвалу или Фелмур. Нет сомнений, что они примут тебя с распростертыми объятиями. Земли мании полны жизни и насыщены яркими цветами. Ты увидишь, что и обитатели под стать. Если желаешь познакомиться с жителями мании, нанеси визит в Хейл и Хайкросс. Однако стоит проявлять осторожность. Хотя и люди, и звери, населяющие манию, весьма колоритны, они могут представлять смертельную опасность. Но ты справишься, без сомнения. Это, разумеется, столица Дрожащих островов. Она делится на Близ, Крусибл и Дворцовый район. Он принц безумия, правитель Дрожащих островов. По его воле мы существуем в этом мире. Он наш лорд и господин. Тебе стоит поговорить с ним. Уверен, у него есть планы на твой счет. Ты лучше не заставлять лорда Шаагарата ждать. Его желания изменчивы, и если он решит, что в тебе больше не нуждается, к добру это не приведет. Полагаю, скоро ты войдешь через врата безумия в земли мании и деменции. Это царство Шаагарата. Оно таково, каким ему хочется его видеть. Деревья цветут по его капризу, и ветер дует по его приказу. На островах нужно быть осторожным. Это место предназначено не для каждого смертного, но уверен, с тобой все будет в порядке. Познавательно, как обычно. У тебя хорошие кости.
Надо бы нам сходить на охоту. И поскорей. Еще увидимся. У тебя хорошие кости. Надо бы нам с... Страж врат мертв. Теперь он не помешает нам ходить туда-сюда. Если услышишь, что где-нибудь говорят косточки, скажи мне.
Yeah!